Путина! Убирайся нахер! Ленту подымите! Лента. Россия за Путина! Фашизм не пройдет! Тихо! Фашизм! Россия без Путина! Мы на работе, не надо! Ну, какой-то человек из колонны вышел вперед и шприцем сзади мне в глаз сюда, значит, на щеку проснул зеленка. Они вас боятся, скажите? Я не знаю. Раз меня зеленкой обливают, значит, боятся или наоборот, значит, не боятся. Значит, это уже надо понимать уже, что кто такие эти люди. Сейчас будем разбираться. Говорят, его поймали, его вроде взяли. Да. Путин – это война! Путин – это война! Ну, это традиционное занятия наших оппонентов, они же не могут вести дискуссию, у них нет аргументов. Они проигрывают по всем фронтам, они перекрыли кислород на телевидении, на радио. Ну, теперь остается только залить нас зеленкой или кислотой, или уничтожить, как Борис Немцов, физически на площадях. Это реакция, это истерика власти. Они не знают, что делать. Боятся, страх и огонь. Власть очень боится, потому что это единственная сила, которые сегодня открыто выступают против власти достаточно организованно. Единственная сила – это уличное протестное движение. Наше имя – Борис Немцов! Наше имя – Борис Немцов! Наше имя – Борис Немцов! Наше имя – Борис! Россия!